очень горячая тема, которую точно нужно обсудить. Девочки, вы меня поддерживаете, и женщины. И мальчики. Семейный бюджет поровну надо. Мужчина-добытчик. Я думал, ты скажешь, или каждый сам за себя, как в джунглях. Семейный бюджет – это когда семья вкидывается на равных. Это же, мы же это не называем мужской бюджет. У тебя появляются дети. Чем скидываются дети? А если они скидываются, они все, пусть вон идут побираться. А чем они тебе скидываются? Ну ладно, дети ничем не скидываются. Но работающие супруги скидываются, да, в любом случае. Проверено, работает. Отлично. Просто почему-то некоторые считают, что мужчина, вот он должен обеспечивать семью целиком. То, что он заработал, то общее, а то, что я заработал, да, 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 да. Получается, мы сошлись во мнении впервые. Ну, такое бывает. Ты моя дочка. А вы что там думаете? Тоже пишите внизу. Вдруг вы считаете, что мужчина должен вот прям вообще все. А может быть женщина, глава семьи?